Шестое упражнение – подъем на носки с гантелями. В этом упражнении стоит держите гантели в каждой руке. Подушечки пальцев, ног и пятки должны касаться пола. Поднимайтесь на носок и удерживайте такую позицию до предела. Затем возвращайтесь в стартовое положение и повторяйте. В этом упражнении можно использовать небольшую возвышенность в виде обычной доски, небольшого куска. Но так как вы новичок, вы можете обойтись без этого и выполнять упражнение на полу. Очень многие новички пропускают работу со стопой, когда приходит очередь упражнений на мышцы ног. Включите это упражнение в свою домашнюю тренировку, чтобы развивать свои ноги так же, как если бы вы посещали тренажерный зал.